На распаковке мягкая посылка. Здесь у нас написано, что clothes, то есть одежда какая-то. Посмотрим, что за одежда. Так, это у нас перчатки шерстяные. Женские, заказывались на распродаже, заказывалась их моя девушка. Качество достаточно неплохое, я вам скажу. Смотрится вот так вот стильно, под классику сделаны. Вот такие вот четкие перчатки. Получается кожаная такая вставочка и бантик сделанный из кожи тоже. Достаточно добротные, если это действительно шерсть, я говорил кожаные, шерстяные перчатки, то должны быть достаточно теплые. Но это такой, знаете, не зимний вариант, осень, весна, вот так вот. Я так думаю. Хотя, может, они теплые. Внутри, в принципе, нету ничего. Никакой подкладки меховой, ничего. Вот так вот, просто достаточно. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока.